İndi sözü deməli biz veririk Həmzət bəyə. Həmzət bəy özü Çekiyədə yaşayıb illər boyu. Çox savadlı, yəni deməli insandır, dostdur. Dini məsələlərlə, mədəni məsələlərlə, milli məsələlərlə çox yəni bilikli adamdır və bu günləri Həmzət bəyə söz verdik. Həmzət bəyə mən xahiş elədim. Ona görə ki, bizdə bugünkü iclasda deməli bizim qonaqlar var və xüsusən bu məsələyə böyük diqqət var. Bu Nardaran hadisələrinə, Azərbaycanda bu cəmiyyətdə olan bu tendensiyalarla bağlı elə ki, bugünkü iclasımızda xarici qonaqların Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə mən Həmzət bəydən xahiş elədim ki, öz çıxışını rus dilində eləsin. Məmləd bəy, xahiş edirəm. Prosu vas, yesi možno rus dilində da, yəni bu da başlayır. Я хочу немножко построить свое выступление в плане, так чтобы его правильно поняли, не в плане каких-то призывов или в плане каких-то деклараций, а больше, скорее всего, в плане объяснения, что вообще происходит. Причина нардаранского вот этого конфликта. И потому что много людей на самом деле не понимают этого. Большинство активных людей, которые в Азербайджане участвуют в политике или в общественной деятельности, люди далекие от религии, от религиозных каких-то представлений. Поэтому даже в этих кругах, собственно, понимания мало и оценки чаще всего либо вообще отсутствуют, либо они в какой-то степени ориентируются на слухи, на официальную версию и так далее. Какая у нас есть официальная версия? Официальная версия, которую я слышу постоянно и от вполне неофициальных людей, людей совершенно далеких, скажем, от ну, там, какого-то негатива по отношению там, к верующим людям или к той публике. Объяснение такое, что на 99% объяснений идет такое, что иранские агенты в лице проповедников, таких как Багдадзе, который сидит, или он, скажем так, скандально известный в Азербайджане, что они иранские агенты, они забурили голову людям и фактически ведут подрывную деятельность против страны с целью подготовки исламской революции. Собственно, эта позиция всем вам известна, и это не открытие. Я просто хочу немножко проанализировать, что за этим на самом деле стоит. На самом деле, исламская угроза – это такая сейчас, наверное, глобальная пугалка, не безосновательная, довольно много террористических групп, радикальных групп всюду существует. На этом фоне как бы такие объяснения они проходят нормально. Но я хочу просто сравнить еще такую вещь, что когда официальная власть довольно периодически и обычно это бывает, как Ареби объяснил принципы этих социальных коробок, как людей раскалывают, ставят друг против друга, то еще две такие фишки используются обычно идеологами, когда подкидывается систематически тема этнических каких-то сепаратных настроений или религиозных сепаратных. Это тоже для вас не секрет, что периодически выбрасывается, что какой-то представитель талаческого народа или лезгинского народа где-то чего-то выступил, где-то чего-то сказал.
Но мы не знаем, кто эти люди, и по большому счету вообще в Азербайджане мало знают, кто эти люди. Но почему-то для них делается пиар, интересный пиар. Этот пиар, он в принципе предназначен на то, чтобы люди напоминать, что Бакуна. То есть есть такие опасности, и государство стоит на страже ваших интересов. Потому что мы как бы всегда находимся в опасности. Всегда есть какие-то таинственные, мощные организации, либо исламистские, либо какие-то националистические, которые могут расколоть нацию, и поэтому как бы, ну вот это один из принципов противопоставления. То есть мы обычно обсуждаем, как такими механизмами противопоставляются друг другу мухалифат, то есть оппозиционные силы. Да, они тоже разные, но при этом парадокс Азербайджана в том, что оппозиция, как правило, никогда не может договориться, у них нет культуры договора, и более того, всегда идет обострение на противоречиях. То есть в двух словах это как выглядит? Нет двух людей в мире, которые думают абсолютно одинаково. Вот мы можем быть согласными, допустим, на 90% наших каких-то взглядов на вещи, а из 10% мы будем считать друг друга врагами. Политика заключается в искусстве возможного, то есть в искусстве договариваться разным людям хотя бы в каких-то отдельных вопросах. У нас этого нету, потому что за этим стоит, в общем-то, дирижирование этим процессом. И в том числе этот процесс идет в отношении, и довольно успешно в отношении, скажем так, религиозных общин. Я немножко вам просто начну, дам информацию вообще, как проходила политика, потому что наша политика нынешнего, нынешних властей по отношению к религиозным общинам, это в определенной мере продолжение политики еще Советского Союза. Как строилась политика в Советском Союзе? Как вы знаете, до 30-х годов религию как-то терпели. Потом, когда власть усилилась, люди просто стали уничтожать, стирать. Во время мировой войны, когда в 1942 году, когда уже были довольно большие проблемы, внутри общества советского, собственно, общества не было, но внутри настроения советских граждан уже были сильно депрессивные настроения, и власть поняла, что нужны какие-то пути ослабить вожжи, не так сильно людей как бы бить по их мозгам и в том числе верующих людей. Потому что в любом обществе, в любом народе, так или иначе, примерно половина людей верующие. То не важно, во что они верят, как они верят, но эти люди. То есть это, наверное, биологически так построено, или как-то построено, что половина людей действительно верующих в любой стране, в любом народе, в любом обществе. И когда религию выкорчевывают с корнями, это создает определенные... Конечно, они могут открыто не выступить, можно репрессировать это, но это будет загоняться вглубь, и потом это может зайти какими-то уродливыми формами или в каких-то радикальных формах. Да? В 1942 году ослабили эти вещи, и верующим как бы разрешили многие вещи. Был восстановлен, в частности, Русская Православная Церковь, которая была уничтожена в 20-х годах. Но это было сделано немножко по-другому все. То есть это было сделано в виде... То есть все называлось так же, все иерархии существовали так же, они все просто повторяли, мимикрировали. Повторялись, то есть как это было раньше, но на самом деле это уже были другие люди, и цели ставились совершенно другие. То есть фактически религиозные институты были заменены своими какими-то подразделениями идеологическими, которые должны были контролировать и направлять образ мышления верующих людей под видом, допустим, православных, под видом мусульман, под видом прочих конфессий. Что в результате происходило и как это делалось? Есть в науке, в исторической и философской такая штука, что
Ну, наше, скажем, человечество имеет несколько центров цивилизации. То есть свои модели цивилизации. Есть христианская модель цивилизации, скажем, католическая. Есть какая-то православная модель, суннитская, шиитская. Это все выглядит, то есть это просто модели, отражение, представление о цивилизации в разных исполнениях. Да? И эти модели, так или иначе, раз они существуют, они прошли исторические, там, довольно длительные, тысячи лет, там, сколько, значит, они по-своему были нужны, и они были востребованы. То есть с ними не считаться нельзя, потому что наш менталитет, даже менталитет самого открытого, скажем, атеиста, он в какой-то степени завязан на тысячелетнюю традицию его народа или его окружения, которая воспитывалась именно на фундаменте вот этих вот религиозных мировоззрений. Это сбрасывать не так нельзя. Это надо признавать. Почему я это рассказываю? Потому что если какая-то периферийная область отпадает от материнской центра, материнской цивилизации, то начинается деградация, и начинается трансформации какие-то. А почему они могут быть совершенно непредсказуемыми? Такая проблема аналогичная примерно, и для сравнения приведу Западную Украину, где были сильны греко-католические настроения. Греко-католическая церковь среди христианских церквей была наиболее гонимой, наиболее проблемной для властей, и наибольшее количество священников было репрессировано из этой церкви. По какой причине? По той причине, что главой этой церкви был Папа Римский. То есть для того, чтобы эта церковь нормально функционировала, она должна была постоянно контактировать и обмениваться какими-то опытом, какими-то знаниями со своей материнской матрицей, скажем, Ватиканом. А властям Ватикан был не нужен, это была враждебная структура, и поэтому греко-католическую церковь надо было изолировать от Ватикана каким-то образом, посадить туда тех ксенозов, которые бы уже не подчинялись де-факто Ватикану, но опять они бы как бы переделывающими были бы продолжителями греко-католической церкви, и по этим причинам репрессировались наиболее жестко именно иерархии этой церкви. То же самое, это хороший показатель, в принципе, для аналитиков, как делается политика отрыва общин от своих материнских центров. И в результате эта община, она фактически получается, она только называется так, как она называется, но на самом деле она уже не так, и на самом деле там уже идет другая работа. То же самое происходило с мусульманскими. Почему мусульманские общины тоже, по сути, были проблемными? Потому что все центры находятся за границей. У суннитов это Египет, Турция, у шиитов это Ирак, Иран. Вернемся, это такая информация, чтобы было немножко понимание вещей, которые светские люди, которые не в религии, они еще не понимают. Это надо все-таки принимать и иметь в виду. Возвращаясь к нашей стране, что надо констатировать? Что у нас шиизм был джафаритского толка, это был самая большая община, да, религиозного возрождения, это были шииты джафаритского толка. Раз это так, значит, так или иначе, наши мучтахиды получали образование где-то в Иране, где-то в Ираке, в Наджафе, в Куме, в Мешхеде. И этот процесс, он тысячелетиями был налажен, это было, ну, как бы, они себя считали частью этой культуры, имели свои отношения, свои договора, но это не значит, что как бы шиитские общины — это солдаты в строю, там, а это вот приказалось. На самом деле такого нет. Все в исламе все авторитеты, они завоевывают свой авторитет своей проповедческой работой. Там других вариантов нет. Там никто никого не может назначать. То есть в исламе просто это не реально, такие вещи. А здесь произошло отрыв. Мы все знаем, кто у нас
Шейхулислам. Этот Шейхулислам никогда никакого образования нигде не получал. Ясно, что мы все знаем, что он фактически просто функционер, бывший, раньше он был функционером КПСС, сейчас он функционер других каких-то подразделений, наверное, каких-то партий. Но в Азербайджане я редко видел верующего человека, который бы считал Шейхулислама вообще мусульманином. Я уже не говорю о том, что это шейх. И вот в этой ситуации идет управление, как бы создан этот дум, и идет управление, как бы, и надзор за общиной. Как это может быть? То есть фактически период Советского Союза полностью проходил, потому что страна была закрыта, железный занавес не давал, то есть люди были далеки, религия превратилась в какие-то секты, в какие-то чисто такие знахарские, там, шаманские, какие-то, возможно, общины, ну, клубы по интересам даже так. Да, это факт, это было так. То есть, по сути, даже понимание религии исчезало, что это такое, для чего оно. И с открытием границ какие-то люди стали ездить в свои, скажем, центры традиционные, получать религиозное образование, возвращаться, и община, то есть верующие люди, стали видеть гигантскую разницу между этими людьми и теми людьми, которые фактически сидят в думке. То есть они стали понимать, что сначала пошло сомнение, что а что происходит, почему это так? Потом стало приходить понимание, что, собственно, те, кто сидит в думке, собственно, они не только не верующие, они не только не шииты, они вообще непонятно кто есть, они вообще ничего не понимают, не знают. И на их фоне, естественно, те молодые проповедники, которые возвращались в своих религиозных центров, стали выглядеть более харизматичными, более честными, более прямолинейными, как бы они стали вызывать больше симпатий у людей, которые считают себя шиитами. И в результате вот этот конфликт, он был просто неизбежен, потому что дух стал терять свои позиции, дух стал чувствовать, что он теряет свой авторитет. А к тому же дом уже превратился давно в бизнес-структуру, которая просто тупо зарабатывает деньги, значит, они стали терять и деньги. И естественно, стали идти сигналы властям, что все эти проповедники, которые вернулись с Наджафа или с Кума, они все иранские шпионы, и они готовят исламский переворот. Под этим соусом их стали просто показательно наказывать, показательно сажать, подкидывать в общество идеи о том, что шиитская организация стала опасной. Это, в принципе, стало проходить. На самом деле, почему-то шиитские общины пугали еще на заре распада Союза, когда Союз развалился и республика получила свою независимость. Она уже тогда, видимо, вызывала какие-то, скажем так, власти остерегались шиитских имамов. Я не знаю почему, но показателем является один факт. Когда-то Гейдар Алиев ограничил или запретил довольно много нетрадиционных религий, то есть деятельность нетрадиционных конфессий. Было даже заявлено, что в Азербайджане будут только традиционные конфессии. Но при этом сделали интересный ход. В Азербайджан открыли доступ нетрадиционного салафизма, которого никогда не было. И в течение 10-12 лет все наши сунниты, которые традиционно были шафитами, традиционно были ханафитами, которые имеют довольно большой багаж истории на наших землях, да, имели свои тарикаты. То есть, в результате получилось, что саудиты строили мечети, в эти мечети направляли своих имамов, как выпускников медицинского университета. И в результате получилось, что
у наших суннитов не было ни одного нормального, образованного или влиятельного шейха из ханафитского или шафитского мазхаба. А все были салафиты, 100%. И за 10-12 лет мы сейчас видим, что в Азербайджане фактически все сунниты стали салафитами. И нам не секрет, что салафиты имеют идеологию явно выраженную антишиитскую. Это тоже не удалось, это не секрет, но почему-то это никого не напрягает, что искусственно создали внутри страны фактически новую общину из ничего. Почему я говорю новую? Потому что ни ханафитский, ни шафиитский мазхаб никогда не имел проблем с шиитами, и никогда он с джафаритами как бы не считал себя враждебным по отношению к этой конфессии, в отличие от салафитов. А сейчас у нас получилось, что сунниты воспринимаются исключительно как салафиты, они исключительно, в их среде проводятся антишиитские, явно человеконенавистническая пропаганда. При этом шииты напрягаются, шииты не понимают, для чего это делается. При этом светские люди, которые не понимают этих тонкостей, сидят в стороне и говорят, зачем вообще эти исламисты, их надо строить. То есть, как бы, грубо говоря, вот такой расклад внутри республики, который очень сильно напоминает, разделяет властвы, то есть какие-то группы должны враждовать все время для того, чтобы можно было манипулировать. Если какая-то группа вдруг начинает чего-то себе позволять, а мы подключим другую, которая будет от нашего имени давить на тех. Или наоборот. Или завтра можно переиграть в обратную сторону. Но мы будем манипулировать, и поэтому как бы они пускают вами там стучат. И, то есть вот такая политика, она в религиозных кругах сейчас реально фактически происходит, что мы и видим. К чему это все, вернемся конкретно к Нардаран. То есть на Даране что произошло? Почему на Даран так долго, на протяжении сколько уже? Уже 15 лет какое-то село портит кровь целому, скажем, нашей власти, а это вообще преподносится, что целой республики. На самом деле настроение против Нардаранцев уже серьезное в обществе. Они также связаны с отношением, скажем, к вере, в религиозную угрозу исламистов. И по сути, но при этом ни Тунг, ни власти реально, ведь на самом деле несерьезно думать, что с каким-то селом нельзя было как-то договориться. Да? Или, допустим, дом договориться бы, имамы бы нашли какую-то формулу сотрудничества. Либо хотя бы в социальном плане село бы не выпадало из общей инфраструктуры республики. Если мы это село считаем нашей частью нашей республики, то она должна так или иначе функционировать. Если мы уже ее не считаем частью республики, какой смысл держать ее в блокаде? Давайте, может быть, имеет смысл просто пустить их в свободное плавание, заизолировать и так далее. Но ни того, ни другого не делается. Но почему-то никому не приходит в голову, что вполне возможно, что это выгодно. Просто это нужна фугалка, которая бы периодически давала о себе знать. Ящик. Не было бы этого Нардарана, кто бы из вас думал об исламской угрозе? Ну никто. Потому что вы бы вообще даже не... это бы и было не так. А тут он периодически дает о себе знать, посылает сигналы, и, скажем так, нерелигиозная публика, она всегда помнит, что есть угроза, есть опасность, она тем более она подпитывается тем, что она идет из Ирана. Что эти люди учились в Иране, значит, они все завербованные агенты, значит, они готовят исламский переворот. И вот в таком же духе. Как мне оценить, я не буду свои оценки давать на возможность, риск исламского переворота в Азербайджане, потому что в Азербайджане, наверное, реально верующих людей меньше половины.
И из тех верующих, которые есть, больше половины вообще себя не видит каких-то шариатских, скажем, окружений. Мусульманин не означает обязательно, что он хочет, чтобы был какой-то шариат или был. То есть это тоже как бы. Ну, это вообще на самом деле несмысленно. У нас и информирование даже о иранских событиях идет тенденциозно. Я не хочу оправдывать этот режим, но режим Хомейни на самом деле и шиизму противоречит, потому что шиитских его не поддерживает большинство аятул на самом деле. Для меня загадка, как они этих аятул держат за жабры, но в шиизме как бы не рекомендуется, чтобы было прямое управление религией государства. То есть поэтому Хомейни пришлось придумывать целую систему, целую трактовку так званого, как это у них, вилает Фаги. А? Вилает Фаги. Ну да, вот этот вилаятизм они пришлось разрабатывать, что обосновывать, что почему мы должны управлять государством. На самом деле это ни Систане этого не поддерживает. В Ираке сейчас фактически Систане является чуть ли не главным лицом. Фактически Систане одной из своих фирмы создал иракскую милицию, которая сейчас защищает Мосула и его окрестности. То есть это человек, который одной фирмой может сейчас прийти к власти. Но он этого не делает. То есть в шиизме это не практикуется. А в Иране почему-то это пошло так, но не знаю, там какие-то процессы идут, это как бы не наша тема, не наш вопрос. Я просто это затронул по поводу того, что на самом деле в шиизме этого нет. То есть шиит не обязательно он должен мечтать о каком-то вилаят-и-фикх. Вилаят-и-фикх, как это называется, это идея. То есть это, вот это тоже понимание у людей далеких от каких-то, скажем, культуры, которую распространяют или пропагандируют религиозные центры, они тоже этого не знают. Просто это люди не информированы, и поэтому политику от каких-то религиозных тенденций от меня не отделяют. А иногда надо их отделять, потому что зачастую они противоречат друг другу. И они противоречат в том числе в самом Иране, внутри Ирана. Там свои проблемы, которые тоже завтра будут работать, потому что основы, которые проповедуются великими аятоллами, и основа, которая, и та политика, которая ведется иранским государством, они на самом деле в дисгармонии находятся, в очень серьезной дисгармонии. И я думаю, что там тоже это понимают. Вернемся еще к тому, что обострило на таранскую проблему. Религия сама по себе, я как говорил, что она, любая религия, она, которая выжила, которая сейчас существует в Сирии, это все-таки явление социальное. Да? И нормы мировоззрения там, они логичны и социальны. Они могут отличаться друг от друга, но они всегда логичны для каких-то обществ и всегда социальны. То есть они всегда связаны с какими-то социальными отношениями. И там, где происходит подмена понятий, первыми реагируют религиозные люди. Обратите внимание на такой момент, что в большинстве тоталитарных режимов религия всегда в гонении, причем любая религия. Вы не задавали вопрос, почему? Ответ здесь очень простой. Нынешняя цивилизация построена на христианских или, наша, скажем, региона построена на христианских и исламских каких-то нормах, этических, социальных и прочих. И когда приходит к власти какая-то сила, которой надо нарушать эти нормы, создавать видимость функционирования государства, а на самом деле государства не существует. Например, если суд не осуждает виновного, а может осудить невиновного, значит суда нету фактически, суд это не эпилер. Если налоговая структура вместо того, чтобы собирать налоги, обворовывает сама эти налоги и кладет себе в карман,
А начальник налоговой инспекции, первый коррупционист, который кому-то снижает эти налоги для того, чтобы разницу положить в карман, значит, налоговой структуры не существует. Это не микрия. И так далее, и так далее, и так далее. То есть каждый институт государства, который не функционирует, это не микрия. И в результате целое государство, целая власть получается не микрия. Государства нету, власти нету. Это просто есть какая-то банда, которая просто делает свои дела под видом государства. И обычно людей нужно приучить, людям нужно перенастроить, скажем, мировоззрение, мозг, научить их черное называть белым, белое называть черным. Теоретически это можно. В принципе, в Советском Союзе это успешно делалось. Но первые, кто будет против этого, это будут верующие. Почему? Потому что у них свое логическое мировоззрение, которое имеет свою историю. И это, оно, опять повторюсь, оно может кому-то нравиться или не нравится в деталях, но это система, и это социальная система. И когда она сталкивается с хаосом, с несистемой или с антисистемой, то она входит в конфликт. Поэтому то государство, где религия начинает преследоваться, опять повторюсь, неважно какая религия, будь то христианство, буддизм или ислам, значит в этом государстве нет государства и нет общества. Это антисистема, антисистема, которая понимает, что любая другая система ей будет мешать. По этой причине и в нашем государстве, по сути дела, ни одна религия, она не нужна. То есть им нужны мимикрии этих религий. А с салафизмом у них получилось, кстати. Салафиты тоже у нас своеобразные, потому что, а может быть так задумано, я не знаю, может быть это политика Саудовской Аравии, я тоже не знаю, но у нас салафиты своеобразные. Они как бы уже соглашаются со всем, что творится власть, во власти или исходит из власти. А, допустим, шииты, они не хотят этого, потому что они понимают, что ну, как бы, в их систему, эта антисистема не влезает. И вот отсюда идет, собственно, этот конфликт. Я полагаю, что так, в общем-то, смог какие-то новые взгляды на вещи вам преподнести. Просто еще хочу обратить внимание на что. Когда светские правозащитники какие-то ищут способы сопротивления этой антисистеме или ищут какие-то пути своего поведения этой антисистемы, многие из них не воспринимают, что если какие-то религиозные активисты тоже выступают против антисистемы, то это скорее союзники, а не враги. Потому что, собственно, во-первых, это сограждане наши. Во-вторых, в конечном итоге все получают тюремные сроки и разделяют, скажем, общую судьбу. То есть мне кажется, уже пора просто немножко поменять свой взгляд на верующих людей, по большому счету просто поменять свой взгляд на религию, не видеть в ней, по большому счету, опасность. Потому что религия – это такая же идеология, как, допустим, демократия. Демократию тоже нужно не выкрикивать под соусом демократии, делать любые дела, а называть это демократией. Вот примерно точно так же делается сейчас в наших религиозных общинах. То есть там только название, там ничего другого нет. И нам пора просто понимать это дело. И возвращаясь к Новдоранской проблеме, я просто хочу, чтобы все понимали, что Новдоран на самом деле это такая долгоиграющий проект, пугание нерелигиозной части населения, возбуждение этого негатива, раскалывание общества, собственно, это так и надо понимать. Иначе мы просто будем сами марионетками. То есть иначе цель власти она достигнута фактически. Да? На мой взгляд, сам Новдоран, к сожалению, будет сильно маргинализован. Я думаю, что народ за 15 лет, представьте себе, дети выросли там, которые кроме вот этого бреда ничего не видят. То есть вы представьте себе, что у них формируется. То есть
это из рода с психологию фактически самого сената. Это преступление. И отчасти я бы обвинил в этом преступлении и все население, потому что это делается на наших глазах, мы ничего, не только ничего не можем с этим сделать, а зачастую мы даже это приветствуем. И я просто хотел, чтобы вот этот взгляд на вещи как-то он бы, может быть, повторялся бы иногда, потому что других путей воспринимать друг друга как сограждан у нас просто нет. Иначе мы просто повторим сирийский сценарий, где Асаду удалось поставить всех друг против друга. Ему удалось поставить. Спасибо.